Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. Видео по свободному мотоциклу Suzuki Bandit 1200S. Вот такой вот шикарный дорожник. Классика, так сказать, уже. Последние цифры номера рамы 1286. Собственно, давайте мы сейчас его заведем, посмотрим, проверим, прокатимся и так далее. Так, все, завелся, работает замечательно. Смотрим оптику. Поворотник один, второй, дальний, ближний. Все работает. Сигнал есть. Здесь смотрим поворотник. Один, второй. Стоп-сигнал. Все работает, все замечательно. Мотоцикл довольно шикарный. Но, как говорится, Бандит 1200 наваливает с места. Вот, дерзкий и резкий. Довольно интересный мотоцикл на самом деле. Рядник четырехгоршковый, может ехать довольно быстро, но в то же время и удобно маневрировать на малых скоростях. Мотоцикл с характером, вот поэтому, кто хочет быстрый аппарат в дорожном классе, вот, пожалуйста, это он. Давайте его смотреть. Так, сейчас мы поставим сначала центральную подножку, чтобы было удобнее. Итак, лобовое стекло притонировано, целое, повреждений нет, оптика, как вы видели, все работает, все целое, пластик целый, пластик был в покраске, вот поэтому нареканий по нему нет, крыло без нарушений, кстати, здесь у нас, как вы видите, ничего не сохлось, да, все резиночки целые, все отлично. Смотрим, резина визуально выглядит неплохо. Еще даже кое-где волосики сохранились. Тормозные диски. Оба два, выработка не особо чувствуется. Колодки в остатке процентов, наверное, 60. Боковой пластик здесь у нас, как я уже говорил, все покрашено, все целое. Коллектора без замятий. Радиатор с сеточкой, соты целые. Все отлично. Бак целый, двигатель не вскрывался, все состояние замечательно, крышки все целые, подножка водителя и пассажира все на месте, выхлоп Йошимура стоит, тюняжный вот такой вот, задний пластик также целый, а кофр, кофра не было, кофр поставили мы, так скажем, в подарок, у него была платформа вот эта вот, да, крепеж и площадочка. Мы на нее поставили кофр, подобрали. Вот, пожалуйста, презентик такой. Задняя оптика все на месте, целая, рабочая. Хвост ровный, колесо. Так же, как и спереди, покататься еще, в принципе, нормально можно. Тормозной диск выработки особой нет. Колодки процентов 35-40 в остатке. С этой стороны по пластику также без нарушений. Защита у нас на цепи присутствует, цепь звезда выглядит довольно бодро. Вот. Подножка пассажира водителя есть, боковая, центральная. Здесь по двигателю также все без нарушений, манифольды целые. Ну, карбюратор, да, алюминий немножечко подкисший, но не критично. Зеркальце целое, пластик с этой стороны также нареканий нет. Бак ровный, сидушка оригинальная. Без каких-либо нюансов сверху по баку тоже все отлично. Смотрим, руль грипса целая, ручка сцепления целая, шарик без потертостей и замятий. Кнопки все на месте, крепеж под телефон, датчик платной дороги. Здесь кнопки все на месте, дроссель рабочий, ручка тормоза целая, шарик целый. Зеркала целые, приборка. Смотрим, так, ключей у нас два от мотоцикла, один от кофра. Удобно левой рукой. Общий пробег у мотоцикла 56 340, в принципе, пробег не критичный для мотоцикла вообще ни разу, вот, потому что двигатель 1200, рядник вывозит намного больше этого показателя. Главное — уход и обслуживание. Мотоцикл в наличии, мотоцикл свободный, Suzuki Bandit 1200,
Ссылка на товар есть в описании к этому видео. Звоните, пишите. Красавчик будет вашим. Всем спасибо, всем хорошего дня.